Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велорива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется вилка торговой марки «Рукшот». Вилка не самого высокого уровня, но зато довольно-таки хорошего качества. Вот если мы посмотрим, тут есть аббревиатура всего, что нужно нам знать про данную вилку. Идет, получается, FS 30 Silver, 27 дюймов это колесо имеется в виду, потом 100 это имеется в виду ход самой вилки, Black, BL это Black, и дальше аббревиатура, которая уже не является информационной, это более технологические какие-то цифры, которые нам не важны. Вот вилка продается таким образом, как вы видите, в упаковке красиво, все солидно. Если вам данная вилка нравится, вы всегда можете ее оформить, заказать в нашем киевском велосипедном магазине. В комплекте вилки идет установочный тросик с монеткой, а также есть якорь. Якорь, или как его еще называют, ромашка. Это одноразовая деталь, которая устанавливается на вилку. Вот вторая часть комплектации, больше ничего не прилагается. То есть есть вилка RockShot 30 Silver, 27 дюймов размер колеса. В аббревиатуре также указана модель 100 мм ход, medium, имеется в виду жесткость пружины, пружина средней жесткости. Также здесь указывается размер шток, размер 9 мм, это имеется в виду вся дальше аббревиатура, и 27,5 это размер колеса. Это под дисковые тормоза, как мы видим. Передняя вилка стандартная, 9-сантиметровая здесь идет эксцентрик, ничего особенного, все стандартно. К вилке прилагается, как мы видим, тросик, монетка, которая выносится на руль велосипеда, блокирующая ход, увеличивая, изменяя, тем самым это хорошая вилка от торговой марки RockShot. Если вас заинтересовала данная вилка в нашем киевском спортивном магазине «Велорива», обращайтесь к нам, всегда готовы рассказать, показать, помочь. Если вас заинтересовала наш видеообзор, готовы вам всегда прийти на встречу, дать какие-то скидки.